Ребята, всем привет! Меня зовут Карина. Это мое первое видео, и оно будет о моем типичном буднем дне, а именно о пятнице. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео, потому что я старалась, вкладывала свои усилия. И если вам понравится, то я выпущу следующее видео, оно будет о моих новогодних подарках. Илья, где твои листы? Где твои листы? У нас сейчас мы должны были делать прививку, но... Я тебе говорю про Илья, какие листы, давай, пародируй. Ты Илья, я медсестра. Какого тела ты я взяла свои диспансеризационные листы? С собой. Ладно, пошли, ты нам сейчас прикончишь еще. Вот, и сейчас мы направляемся в кабинет литературы. Я не хочу с вами разговаривать, вы ненормальные. Что ты будешь покупать? Как бы вот, да. Выбор огромный. Мы сейчас в столовой, вот, будем завтракать. А потом что у нас будет? Литература. Вторая литература, кстати, да. Так что... У нас закончился предпоследний урок истории, сейчас еще будет один урок, и алгебра, и домой. Сделай еще раз, я поняла. Биология, Кариночка. Вот это вот офигенная штучка, покупайте все ее. Это, вес 2? Дубль 2. Контрольная работа. Я сколько раз говорил, в пятницу будет контрольная, Егоров, приходь, как он, а? Карина, урок у вас. У вас урок, закончились уроки, мы уже покушали, а сейчас пойдем уже смотреть сериальчик «Фитнес» в школе. Мы вышли из школы, вот, сейчас я иду за сестрой, мы поедем в поликлинику, потом я вернусь назад в школу, и мы будем, все, мы будем петь. Так что вот так. Пришла за Элли в садик, какая ситуация. Эля, знакомься, это Оля. Ты будешь знакомиться? Это Оля. Замерла статуя. Мы сейчас в поликлинике и убегаем. Рассказываю вам историю буквально 15 минут назад. Ну нет, 20 где-то. Мне мама говорит, автобус через 7 минут. Я такая, ну ладно, успею. Я уже была собрана, все. А в итоге я оделась, все, ну, выхожу, нажимаю кнопку лифта, и лифт мне полчаса не ехал. Как это можно объяснить? Просто полчаса. В итоге я бегу на улице за автобусом, и автобус уезжает у меня прямо перед носом. Что за карма, блин? Вот, и мне пришлось теперь быть путешественницей. Я поехала на метро. Сначала на автобусе до метро, с метро на вот улицу Горчакова. И теперь иду пешком. Очень большое расстояние, реально. И, скорее всего, я опоздаю. Но это не точно. Да, кстати, на улице очень сильно похолодало, и поэтому я утеплилась. Утром еще было не так. Мне все равно холодно, у меня пальцы отмерзают. Согрейте меня кто-нибудь. Ну, а ниже вы увидите видео, где я покажу вам, как я ехала на метро, на автобусе. Ну вот и все. Я почти уже... You took me.
заканчивалась йога, но со мной реально что-то не то. Я попросила маму посмотреть автобус. Она посмотрела, написано каждые 20 минут. Когда такое пишут, значит, будет вообще не скоро. Я начала так спокойненько одеваться, все, выхожу, звоню опять, говорю, посмотри. Она такая, через одну минуту. И я опять бегом, бегу. Опять перед носом уехала. Ну, блин, со мной не всегда такое случается, но очень часто. И теперь я иду опять на автобус, ой, на метро, потом на автобус, короче, называется «Пожелайте мне удачи». О, я теперь запыхавшаяся вся. Я сейчас иду и встретила маму моей бывшей одноклассницы, мы учились с ней до 4 класса, и она, ее мама не изменилась, в принципе, она тоже, но, видать, мама ее меня не узнала. Хотя мне кажется, что я тоже не очень изменилась, но, ну, конечно, изменилась, но не очень. Капец, да, значит, такая, а людей почти никого нет, просто вот человечек идет и второй, и все. Вот так, детки, не ходите ночью одни. Когда еще я шла на фитнес, людей было даже много, я бы так сказала. Сейчас же, когда я иду, по пальцам посчитать просто, и я под фонариком стою, он на меня светит, и это так классно, как будто у меня специальное освещение. Да, и, кстати, я забыла вам показать мой фитнес. Вот он, мой любименький, вот он, ой, солнце мое, люблю тебя. Ну, как бы, людей тоже не очень много. Где люди? Видео подходит к концу. Еще у меня очень сильно болит горло, я думаю, скоро у меня сядет голос. Вы увидели один мой обычный будний день из моей жизни. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. До скорой встречи, я вас всех очень люблю.